Друзья, всем привет! Мы сегодня на Ростов-арене, и мы занимаемся высадкой деревьев. Сегодня у нас день древонасаждения, реактивного древонасаждения. Сегодня 35 предпринимателей из бизнес-общества «Реактор» в 10 утра приехали на Ростов-арену, несмотря на эту пасмурную погоду, чтобы отдать должное природе, нашему городу, и посадить здесь 40 деревьев и 30 можжевельников. Мы хотим сделать нашу Ростов-арену краше. Сегодня будет классный эмоциональный день, а после того, как мы сделаем это на Ростов-арене, мы поедем еще в детские дома Ростова и Ростовской области, чтобы там тоже украсить близлежащие территории нашими классными деревьями. Это будут рябины и можжевельники. Погнали, посмотрим, что у нас получится. Действительно, память есть, что оставить после себя стадион, он будет стоять очень долго, да, и на этом стадионе будет дерево, которое я посадил своими руками. Может быть, без своей лопаты, но своими руками точно. Это очень круто. Я очень рад, что это все организовалось. Сейчас приедут футболисты ФК Ростов, будем совместно сажать, будет общая память, общая фотография, общее наследие. Это очень круто. Молодцы. Вот на самом деле у меня была давно мечта посадить дерево, сделать приятное городу. Также увековечить, наверное, все-таки свое имя, сделать что-то во благо. Вот теперь реактор воплотил мою мечту. Спасибо огромное реактору.